Ну и вторая на сегодня игрушка у нас вот Zombie Dead Set. Значит, мы начинаем играть в нее. Заставочку основную вы посмотрели, заскринили название и, то есть вы, если что, захотите в нее поиграть, вы, соответственно, ее установите и поиграете. Вот. Также название я вам, в принципе, тоже напишу, все это дело будет. И вот мы начинаем. То есть я в эту игру не играл. Блин, я хотел бы еще сделать управление кое-чего. Ты меня сейчас съешь, я тебя понимаю. Потому что я не могу ничего с этим сделать. Давай я вот так разверну на тебя и стрельну. Хорошо? Пойдет. Хорошо, но управление надо все-таки настраивать. Управление надо настраивать, потому что... Ну да. Да. Что это такое? А, перезарядочка. Хорошо, отличненько. Так, пока мы попали сюда, прицел. Так, отлично. Отлично, но не очень. Не очень. Потому что водить и стрелять это не круто. И к тому же показали мне рекламу, которую я, соответственно, вырезал. Я не стал тебе ее показывать. Вот. По управлению. Надо все-таки с этим что-то делом сделать и попробовать поиграть нормально. То есть не так, как я мышкой сейчас водил по экрану. Значит, так, далее. Здесь у нас что у нас? Все, соответственно, на английском. Ну, с этим можно, в принципе, разобраться. Потому что я вот, как понимаю, здесь какие-то мы открываем новые перки, новое оружие и тому подобное. Так, и что-то все, да, мы разблокировали вот этот УЗИ. И ты нам предлагаешь следовать далее, да? Мы исследовали один раз всего лишь. Также здесь доступны вот эти бесплатные кристаллики, которые, соответственно, придется вам посмотреть рекламу. О! Там, как я видел, вот здесь вот еще проходит энергия. Наша с вами энергия. Так, стоп, 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 стоп. Блин, ну мне не очень удобно. Так, это что такое? А, это менять оружие. Все, я понял, понял. Понял, понял, понял. Ну с управлением явно надо что-то делать. Так, ладно, ты давай не будешь ходить, потому что, блин, ну, неудобно так делать. И паузы-то нету никакой. Да ты запарила, девица. Чувак, ты запарил. Хватит меня бить. Значит. Так, управление, погодите. Вот, в принципе, нам удалось затащить, где-то была пауза, потому что я думал, меня убьют. Ну, я взял свою волю в кулак и, в принципе, навалял всем этим противникам. Но было очень жестко из-за того, что у меня просто не поворачивается, он на всю не может повернуться. Что ты хочешь мне апгрейд сделать? Что ты можешь здесь мне сделать апгрейд? Патрончики, да, можно сделать апгрейд. Хорошо, отличненько. Давайте сделали патроны посильнее, посложнее, помощнее. И отправляемся далее. Значит, постоянно вылазит вот эта заставочка зомби Dead Set, как в принципе называется игра. И давайте, в принципе, попробуем с вами как-то. Блин, ну все равно он не докручивает. Я поставил управление. Ну, что-то, видать, как-то надо управление делать другой, потому что не очень удобно делать мышки. Более делать это пальцем. Пальцем это довольно-таки круто. Кстати, давайте попытаемся побить их, потому что, ну, я не знаю, вот он уже пробежал мимо нас, и я ничего не могу сделать с управлением. То есть у меня там никак управление не работает, соответственно, была реклама. Вот, поэтому где-то, возможно, где-то состыковка моих слов будет не очень корректна. Как-то так. Но я тебя предупредил, если что, ты будешь понимать, что я, в принципе, вырезал момент, чтобы тебе не смотреть турик. Вот. Значит, ок, хорошо. Также у нас доступны какие-то еще вот такие всякие штуки. Вот, а мы отправляемся далее. Значит, будем играть мышкой. Что я могу вам, ребятки, сказать? Будем играть мышкой, потому что, ну, иначе вообще, то есть, все гораздо хуже происходит. Что это такое? Бомба. То есть, граната. Отлично, хорошо. Нормально. Значит, играем мышкой так. А вот здесь вот надо будет, кстати, тогда управление делать по мышке. А здесь надо будет делать какое-нибудь управление по... Будет, наверное, вот так вот все-таки проще. Будет так вот все-таки проще. Так, отлично, вот так хорошо. Давай, ты первый идешь, да, тебе больше. Так, погоди. Чувак, я мажу.
Да отвалит от меня, неудобно мне так. Так, ты первый, да? Линия получается. Так, давай я тебе в ногу скажу. Так. Куда ты ползешь? Хватит ползать. Нахер. Ну ок. Можно было, конечно, попробовать гранату заюзать, но ее, по-моему, не осталось у меня на самом деле. Так, значит, отправляемся далее. В принципе, уровни очень короткие, и поэтому игрушка мне на самом деле уже неплохо нравится. Единственное, что мне надо немножко как все-таки с управлением под шаманить, что-нибудь подделать. Так, что у нас имеется? У нас, значит, имеется вот эта вот пуха, которую мы не можем более апгрейдить, да, мы можем апгрейдить вот здесь вот что-то. Давайте попробуем, чтобы у нас были четче выстрелы и, наверное, патроны нам дуло, да? Давайте вот так вот сделаем и попробуем посмотреть. Значит, мы должны более четко стрелять и должны вроде как все-таки, если дуло мы сделали, должны более сильно мощь должна была добавиться, все, наверное. Так, ребята, строители. Так, ну и давайте немножко я сделаю управление, поэтому сейчас я буду управлять мышкой и зажимая клавишу, я буду по ним. Ну, мы прошли этот уровень, хорошо, отличненько, зашибенно, офигенно. Продолжаем далее. Я думаю, в принципе, мы вот эти 20 уровней быстренько пробежим с вами и сразу же нажимаем старт. И что тебе не нравится-то? Апгрейд. Парам-пам. А ты мне говоришь, надо апгрейдить было, да? То есть у нас оружие слабое, да? Или еще что-то? Но ок, ок, у нас нету лимонки, у нас есть зато шприц. У нас есть шприц, и давайте же. Так. О, кстати, в голову надо, да, вам что-то бить, все, ок. Так вот, хорошо, мы получаем какие-то ништяки, бонусы, наверное. Вот поэтому. Мощный. Эй, что так тебя развернуло-то? Не-не-не, по щам плохо, по щам не надо. Щам не так. По щам. Какие же вы быстрые стали. Там быстрые. Ой. Пошла веселуха. Нате, нате вам. Ничемочка. А стоп, если долго стоять. Нет, он не сломается, потому что. Так, и у нас второй рыбачок. У нас второй рыбачок, и нам говорят еще зарегистрироваться на Facebook. Но мы это сделаем немножко позже. Я это сам как-нибудь сделаю. Значит, так, что у нас здесь? Что нам предлагают здесь еще сделать? Мы можем улучшить наши какие-то вот эти вот вещички. Что это такое вот? Давайте все-таки попробуем улучшить что-нибудь. Что-нибудь улучшить. Магазин, да, по-моему? Нет, давайте патроны. Патроны я хотел сделать, и давайте, наверное, с этого мы и начнем. Сделали более мощные патроны, и сделаем обойму, наверное. А нету бабосиков? Ты серьезно? 398, да, это получается. Прицел, но он как бы такой нам не особо нужен. Ну и в принципе более ничего такого тут интересного нету. Давайте тогда отправляемся отсюда. Что здесь мы можем приобрести? Здесь мы можем гранату приобрести, вот эту лимонку за 25 брилликов кристалликов. Это нам тоже не подойдет, это нам не интересно, потому что у нас этого нету. Так, хорошо, получаем мы ништякосы, то есть в данном случае золотишку, потому что мы только начали играть, и у нас это первый день. И нам почему-то на показывают option с этим. О, кстати, язык. Есть ли русский? Да, конечно же, он есть. Да что ж, что я раньше-то не знал об этом, ребятушки. А знаете, что тут, в принципе, есть русский язык, и можно здесь, вот, в принципе, все это дело редактировать. Прежде всего, давайте мы сменим наш никнейм, потому что, ну, юзер вот это вот тарам-пам-пам-парам-пам-пам. Это не особо очень интересная тема, и мы сделаем нормальный, доступный нам ник. Будем надеяться, что он доступный на самом деле, потому что очень часто я не могу его использовать. Вот. Подарочного кода я не знаю, но уже хотя бы мы что-то с вами сделали.
Трофеи новые, что у нас здесь такое, мы можем посмотреть. Здесь какие-то всякие ништякосы, которые мы можем получить за какие-то, наверное, цели. Вот. Ежедневная награда мы уже с вами получили, соответственно. И давайте все-таки отправимся обратно в игру. И больше нам тут улучшать особо-таки нечего. Давайте, наверное, вот это все-таки сделаем. Я не знаю, патроны здесь заканчиваются. И если нет, то УЗИ, в принципе, я думаю, покруче будет. Вот. Вот это вот М10. 215 мощь, 110. Соответственно, он гораздо-гораздо интереснее будет. Улучшение. В принципе, немножко мы можем что-то еще улучшить. Давайте вот стол. И отправляемся назад. В принципе, здесь показано, что у нас добавилось. Ущерб и уровень чего-то там. Вот надо будет тоже смотреть теперь на параметры, потому что все-таки стало понятно, что да, как, да, о чем. 330 получаем монет за этот уровень, если мы его проходим. Проходим хорошо, удачно, мы получаем монетки. Монетки, хорошо, значит, мы нормально встали. Попробуем сейчас вот эту вот толпень завалить. Прицела у меня, к сожалению, нету, я почему-то не позабыл. А, там есть мирный чувак, а я в него стрелял. Или ты не мирный? Да нет, вроде он не мирный. Да. Мир. Показывается зеленым, и мы просто пытаемся помочь. Куда? Получится ли у нас, потому что что-то прям вообще жесткая какая-то фигня. Хватит этого чувака трогать. Вы его сейчас съедите, я понял. Кровососы. Мы затащили, мы победили. Все у нас получилось отлично, все у нас получилось хорошо. В принципе, как и всегда. Тем более, что мы настроили управление, у нас все теперь все кнопочки работают. С мышкой я уже разобрался, поэтому, в принципе, у нас все хорошо и классно. И ты представляешь, я все-таки проиграл. Ты даже не представляешь, там есть босс. Есть босс, наверное, давайте тогда сегодня еще одну каточку сделаем. Босса победим, и на этом, наверное, и закончим с вами. Значит, давайте... Ну, прежде всего, старт, да, давайте улучшим и попробуем немножко сделать обойму побольше. Блин, пистолет-то хорошо, конечно же. Немножко не то. Немножко не то. Так. Так, пистолет. А где моя пуха? Вот она, моя пуха. А здесь мы ничего не можем, да? Или можем? Мы можем что-то здесь прикупить. А что же я ранее-то не знал? Единственное, что, походу, тут денег ни на что нам не хватает. Ну да. 6000 самое минимальное, я понимаю, то, что стоит. Да. Либо покупать за бриллианты, либо... Так, листаешься ты только так вот, да? Угу. Ну, по крайней мере, да, у нас есть доступное еще оружие. Но мы его не можем купить с вами. Значит, что еще? Здесь мы можем также сделать какие-то... купить пистолеты. Я даже не знал, если честно. Опять же всякие такие вот приколюхи. Блин, ну это все стоит денег. Это все стоит денег, ребятки. И причем денег нехилых, я бы сказал. То есть в основном здесь вот сейчас вот все у нас за бриллианты, за эти за самоцветы. Или как они там называются. Вот, в принципе. Ну, 10 тысяч это, блин, фармить еще только так. Ладненько, значит, давайте сделаем все-таки улучшение на нашу пуху, вот на эту. Нам нужно сделать что? Нам нужно сделать, улучшить сейчас. Нам это добавляет что? Удар. Удар добавляет? Да ладно. Пуля. Угу. Так, здесь у нас ущерб добавляется. Здесь у нас стабильность, это не особо нужно нам. Капсулу добавляет ущерб. То есть вот эти вот тони. Мускулы. Мускулы добавляют ущерб. Дуло, вот то бишь. Так, здесь у нас стабильность, ущерб. Но это очень мало. Это очень-очень-очень мало. Это добавляется очень мало. Вот 1.6 это хорошо. Вот это вот уже неплохо. Но у меня нет таких денег на самом деле. Здесь только добавляется удар. Удар. Ну давайте попробуем. Я не знаю, что нам это даст. Ну, пробуем. Давайте пистолет тоже улучшим, потому что, блин, ну, я так понял, что...
Нам это тоже понадобится, потому что нету патронов вообще. Заканчиваются патроны, ребятки. Я думал, они не кончаются. Они, собака ж, кончаются, оказывается. Они не кончаются еще как кончаются. Стабильность, хотя это не такое дело, не особо нужное было бы. Ну, давайте ли поставим. Точность, не знаю. И дела. Ладно. Пусть будет так. Пусть будет так, и давайте отправляемся. Попробуем победить этого босса несчастного, никчемного. Миссии. Все, старт. Нажал же вроде бы. Попробуем, ребятки. Так, и у нас пистолет, да, стоит. Отлично, замечательно. Не попадал от пистолета, конечно же. Попадал в них. В принципе. Вау. Вот это уже печаль. Это уже печаль. Так, нет, пистолет — это очень плохая затея. Это очень отвратная плохая затея. Так, что у нас здесь? О, вот это уже повеселее. Вот это уже повеселее. Единственное, что у меня уже жизни не так много. Они подбегают, собаки, очень быстро. Так вот, да? Так. Вот так вот. Хорошо, отличненько, пока в принципе неплохо, так, постой, я не готов с тобой встретить, отлично, мы победили, у нас жизни осталось вообще нисколечки, просто какая-то была жесть, ребятки, но тем не менее, я тот момент, где я там проигрывал, я тот момент вырезал, потому что мне просто, почему я ходил изначально с пистолетом, мне не хватило патронов на вот этот автомат, на УЗИ, да, поэтому я начал изначально бегать с пистолетом, потому что хотя бы сэкономить на босса вот этих патронов. Сложненько на самом деле пошло вот это все дело, давайте будем все-таки смотреть, улучшать, возможно, я также получу вот эти бесплатные кристальчики. Посмотрю рекламку без вас и прикуплю какое-нибудь оружие. Хотя, мне кажется, придется очень-очень долго смотреть. А на сегодня все-таки видео подходит к концу, потому что, ну, очень долго получится ролик. Долгие ролики, я знаю, вам не нравятся. Понравилось видео, пишите комментарии, что вам понравилось это видео. Также просто ради меня ставьте лайки, потому что мне это приятно, как я вам говорю. Вот. Не забываем подписываться на канал, кто еще не подписался, потому что выходят всякие разные ролики, так же как новые, старые, и по нашим любимым также игрушкам. Ну и кликать на колокольчик, чтобы понимать, когда будет появился новый видосик, ну или когда будет стрим. На сегодня это все. Всем пока, ребятушки.